Поко Фэмили. Присаживайтесь поудобнее, приглашайте друзей, ставьте чаечек, кофеечек. А мы продолжаем играть такую игру, как Алматадор, уже до самого конца, потому что в игре 6 глав, мы четвертую главу почти прошли, так что до финала. Я не всегда на чатик буду обращать внимание, потому что игра экшон, клон Макс Пейна. Только террористы против полиции, а мы играем за полицейского. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Так. Калаш у нас тоже есть, да? Но мы будем использовать глушитель. Так. Свинья! И... Ну и музыка тут, конечно. Сука! Кто еще сука? Надо чаще сохраняться. А чё у меня пушка? Понятно. Так, стоп. Сколько она патронов имеет, я не пойму. 120? Оу. Ладно. Я тебя прикрою! Блять! Попал. Походу. Наконец-то. Мы потеряли твой сигнал. Да так тут так, чё, мотапа тут. Убью! Я на другой стороне долины. Где? Ну, нет, но... В центре лагеря. Объект должен быть где-то рядом. Балкона нет! Чё мне теперь делать? Балкон снесли. Минус балкон. Ня-ня-ня, сволочь. Ну, хотя бы сволочь, а не сука. Уже радует, блядь. Блин, когда бы ты взорвался бы, сука. Твою мать. Сдохни. Оу. Что за агент в туалете? Мистер и миссис Смит? Ну ладно. Не будем шутить, а то Брэд Питт жалобу кинет. Шучу. Оп. Най-най-най. Как все тут серьезно? Вы забор сломали, сука. Да. Да блин, чё так патроны быстро заканчиваются, твою мать.
Ладно. Взяли, сломали забор Амона. Чё? А как на ту сторону? А, понятно. Я понял. Окей. Вот сучара. Я тебя на тряпке! А можно не на тряпке, не? Брони у нас не будет. Это печально. Да. Что-то мне сразу карту напомнила Counter-Strike, вот эта башенка. Кто знает, тот знает. Да. Ауды. Чё, всё, что ли? Подозрительно, что все тихо. Чё? О, не зря ходил. Нашел золотую жилу. Так. Текс. Да. Блять. Я тебе пристрелю, сука! Следи за ним! За кем? За мной? Готов к смерти! Нет, бою! Валим. Чё за... О. Всё? Я убил кого надо, не? Никого не надо? Ну... Хотя бы так. Что, реально по верху? Или у меня глюки? Не. О. Нормально. Еще броник нашли. Да блин, почему? На эту Короче, не было патронов на эту балдуру. Слушай, не знаю, кто ты такой, но если бы я по-настоящему захотел, я бы разнес тебя и весь дом на мелкие кусочки, но ты мне нравишься. Надо же. Мы с тобой одинаковы. Присоединяйся ко мне, и мы подчиним весь рынок кокаина в Колумбии. Не думаю. Фу. Ты неблагодарный идиот! За это я тебя и убью! Ты чё, бессмертный, блин? Мужик!
Да. Походу не надо было тратить. Слушай, не знаю, кто ты такой, но если бы я по-настоящему захотел, я бы разнес тебя и весь дом на мелкие кусочки. Но ты мне нравишься. Надо же. Мы с тобой один... Присоединяйся ко мне, и мы подчиним весь рынок кокаина в Колумбии. Сволочь! Дахни! Убью! Не капай! Так. Ну куда дальше так? Блин, я вообще не понимаю, где, куда, чё, откуда. Твою мать. Блять. Да бля! У меня патрон... Не знаю, дорогие друзья, но почему-то тут, блин, просто вылетел стрим и все. Надеюсь, больше этого не повторится. Так. Очень на это надеюсь. Говорил защитничек хренов. Я тебя на куски разнесу. Кого ты там на куски разведешь? Себя разведи. Придурок. Вот и все, нет чувака. Как твоя рука? А ты как думаешь? Болит. Мия, давай перейдем к делу. Майор вел подробные записи обо всех своих партнерах. Благодаря этому мы обнаружили, кто основной владелец Лава Лидора. Его имя Хельмут Кох. Кто? Кох? Вы шутите? Габриэль, но... тебе давали слово? Боюсь, это правда. Наш добропорядочный гражданин спонсирует не только художников. Продолжай. Теперь у нас есть серьезные улики, так что мы можем арестовать его. Будьте осторожны. Его вилла – настоящая крепость. Если он будет сопротивляться, стреляйте на поражение, все равно его приговорят к смерти. Вопросы есть? Вы абсолютно уверены, капитан? Вскрытие покажет, что с ним было не так. Штурмовую группу поведет Матадор. Ну да. Прямо на смерть, как в отеле Парадисо. Почему он? Чушь собачья, лейтенант. Что-то я не видела, чтобы вы совались под пули на плантациях. Театр одного актера не ваше призвание? А ты заткнись! Тихо!
Приказ вам ясен? Вон отсюда! Приказ ясен, как хуй потрясен. Так, значит, я проверил Хельмута Коха. Не могу поверить, что мы не вышли на него раньше. Кох, бывший лидер СС. После войны он нашел убежище в Колумбии. Старичок-боровичок. Если он действительно основатель Ла Валидора, то он вывез с собой из Европы немало награбленного. Короче, остановить его надо. Погнали! У нас кто-то целится! Назад! Назад! Зенитка! Там зенитный комплекс! Придется уничтожить его с земли. Я высылаю вертолет. Огонь! Ну придется так придется. Ответный огонь! Да блять, вы что, его убить не можете? Вы на позиции! Стреляй в них! Патроны кончились! Меняй магазин! Блять! Это было близко. Сволочь! Ответный огонь! Мы под обстрелом! Уничтожить пульт управления. Окей, окей. Вали, 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 вали. Отлично. Так. Продолжайте операцию. Захватите виллу. Окей. Не уйдет огонь! Сдохни, сволочь! А, понятно. Офигенная логика. Мы под огнем! Мы под обстрелом! Почему все я должен делать? Идиоты.
Так, подожди. Подожди нас, Потадор, мы уже спускаемся. Окей. Группа Чарли начинает штурм. Пошли с ними! Мы штурмуем главные ворота. Открыть огонь! Открыть огонь! Ну штурмуйте, я-то чё? Все должен сам делать, блядь. Походу, что да, блядь. Все, я. Все на позиции. Точно. Так точно, мы готовы. Внимание. Ну? У нас большие потери. Все хуже, чем мы думали. Это что, скрипт, что ли? Ну, скрипт так... Не уйдем! Блядь, как это работает? Сдохни! Не пойму. Нифига себе. Была бы эта мафия, меня бы уже давно убили бы, блядь. Ну, первая мафия. Ну, кстати, тут прикольный этот символ на машине. Мне нравится. Вот. Прикольный. Типа рокерского. Так. Фух. Иди назад, возьми резервную группу и штурмуйте виллу. Есть, сэр! Эй, Матадор! Что, одышка замучила? Прошу вас, сэр. Спасибо. Роль швейцара тебе идет. Подколол так подколол. Прикрой меня! Огонь! Открываю огонь! Стреляй в них! Они нас ждали! Меняю магазин! Где? Попробуем взять их с фланга! Патроны кончились! Я не против. С фланга их взять. Так. Нахер пошёл. Стреляй! Я меняю позицию! Так. Нравится! Сволочь! Тебя на тряпки порву! Ега! Пошел в жопу, монах! Так, здесь вроде никого, да? И здесь никого. Почти всех, походу, обработали, да? Ада. Да.
кого ты стреляешь? Я тебя уничтожу! Ну, в этого я понимаю. И в этого тоже. А не отступаю! Ладно. Мы прорвали оборону. Они перегруппируются во дворе. Чё, в кидалки будем играть? А, этот уже вроде как докидался, да? Ладно. Докидались, так докидались, да? Что ты делаешь? Получите! Огонь! Три хелса? Блять, вы серьезно? Меняю магазин! Пиздец, меня сейчас убьют нахуй. Блять, хелса, быстрей. Ух, это было сочно просто. В кавычках. А в этом убили кого надо, нет? Патроны кончились! Огонь! Ну он-то сдохнет. Я не сомневаюсь. Стоп, это враг? И ты, блядь, не мог его... убить? Патроны кончились! Ходим вместе! Чё? Подожди, а можно мне приколюхи собрать, не? Хух, передышка хоть. Сейчас. Ну, когда у меня было 3 хелса, я, мягко говоря, охренел. Такой думаю, нифига себе. 3 хелса? Типа, вы серьезно? Я тебя прикончу! Легавый! Что это, блядь, было? Такое чувство, что... как будто... бомба. Серьезно? Блять! Ёбаный в рот. Ты мой, урод! Блять. Я тебя пристрелю, свинья! О, блять! Виктор, твоя цель Хельмут Кох. Не упусти его! Я пытаюсь, дамочка, пытаюсь. Как могу, так и пытаюсь. Уж поверь. Так, это мы вернулись, получается, туда, да? Обосраться. Ух.
Еще главу ребят не прошли. Прямо это. Офигеть. Так. Ну что, погнали? Фух. Почти пятую главу завершили, предпоследнюю. Толпа кретинов! Один коп перебил всех этих индейских мартышек. Невелика потеря. Посмотрим, как он справится с истинными арийцами. Они напомнят Унтерменшу его место, ту Ашлох! Никогда не любил нацистов. Так. Ну, сейчас тяжелая будет глава. Это я 100% знаю. Чё, блин? На помощь один чувак? Вы серьезно? Я тебя прикончу! Сдохни, ты уже труп! Блять, а сверху это было неожиданно. Вот же, блять. Блять, у меня хелов мало. Что мне делать? Чё, я выживу при такой ситуации? Блять, музыку надо потише сделать. Орёт просто... Просто жестко. Ответный огонь! Да! Блин, опять со второго, блядь, этажа. Так и знал. Нахер. Вот откуда? Я вообще нихера не вижу. Тут все нахер сливается. Ебеня. Реально сюда? Да ёбаный в рот. Откуда? Капец. А патрончики-то заканчиваются, блядь. Нахуй пошел. Сука, свинья! Кто бы, блять,
говорил. Кто свинья, кто сука. Нужны патроны! Откуда? А где враги? Все? Что-то ничего не пойму. Где чё, когда? И чё, нам сюда, что ли? В натуре? Стрёмненько. Стрёмненько, однако. Блять. А я и не собирался уходить. Открываю огонь! Оттуда? Я ничего не вижу. Где? Где эта сука? Ага. Ну, хотя бы так. Тут есть второй сраный этаж. Чё, блядь? Ёбаный в рот. Блядь! Ёбаный в рот. Аптечка нужна, блядь. В нас стреляют! Чё ты там, блядь? Так, подожди. Быстро мы его... Да, быстро мы его уделали, короче, да. Итак, развязка близка. Благодаря нашим усилиям,
Лавалидора на грани краха. Но мы еще не победили. Наши враги решили играть по-крупному. Понимаете, что это значит? Согласно информации, найденной на вилле Хельмута Коха, завтра утром из Картахены отплывает корабль, полный кокаин. На нем столько порошка, что можно построить новую империю вне нашей сферы контроля. Этого не должно случиться. Вопросы есть? Порт будет хорошо охраняться. Его владелец Педро Кабарде тоже связан с Лавалидора. Задача ясна. Захватить корабль с кокаином и... И убить Кабарде, нет? Конфисковать груз, лейтенант. Вопросы есть? Окей. Дело высочайшей важности. В операции будут участвовать все. Я сам поведу одну из групп. Так что не подведите. Удачи! Ну, задача нам ясна, как белый день. От Лавалидора остались жалкие остатки. Корвет командует группой Альфа. Он пойдет со стороны Пакгауза. Лейтенант Монтега и его группа зачистят зону, а я с группой Чарли атакую пирс. Мы окружим врага и сломим сопротивление. Группа Браво готова. Группа Альфа на месте. Окей. Пошли. Раздавим их. Быстрее. Да. Было бы все так просто. Да. Чё? Убью! Открываю огонь! Прикрываю! Крейзи, что ли, все? Получи! Под обстрелом! Вообще под огнем! Бери, не завершай задание! Расстреляют! Блядь! Да, они ломятся, вообще непонятно. Куда они реально ломятся? А это какие-то... Ну у нас что, такой калаш, что ли? Вроде другой. Открываю огонь! Но это какой-то укороченный. Перезарядка!
хрена он меткий, блядь. Не уйдешь! Блядь, босс. Блять! Открыть огонь! Ебанашки нахер! Сука! Сам ты сука, блять! Будет мне еще права я качать. Тебя прикрою. Блять, мне показалось, что я где-то броню видел. Только вот. Вопрос где? Или показалось? В погаузах чисто. Очистить зону! Понятно. О! Хотя подожди. Не, укороченный есть. Я сначала думал, что нету, а потом оказалось, что все-таки есть. А куда идти-то? А куда наши пошли? Так, подожди. Сюда. Окей. Это Альфа. Мы идем к пирсу. Смотрите, чтобы плохие парни не зашли нам в спину. Черт, тоже мне капли. Ты направо, я налево. Кто придет последним, ставит Монтега пиво. Угу. Я тебя уничтожу. Сука! В смысле? А куда? А-а-а! Тут ты, блин. Я и забыл. Даже не успеваю среагировать, блядь. Блядь. Опять этот ебаный пулемет. Копать его. Капитан, звук! Неопознанный вертолет. Капитан, он летит прямо на нас. Он открыл огонь. Что за чертовщина у вас творится, Мия? Что там, блядь? Ха. В смысле, блядь? Нихуя себе ты спрятался, блядь. Чёрт.
поганый, блядь. Так, ладно. Поехали. Так. Черт, Рико, я тебя чуть не подстрелил. Ну ты чего? Я ж бессмертный. Что? Рико! Что это, блядь, за олень? Неизвестный, блин, олень. Черт, големы, блядь. Чего уставился, а? Ты думаешь, ты лучше меня? Тега. Мы все просто куклы. Какого дьявола? Говори, сволочь. Ты меня слышишь? Виктор, это ловушка. Капитан Энтерадор предал нас. Что? Он хочет забрать наркотики себе. Прости, Матадор. Придется тебя разочаровать. Это Колумбия. И мы играем по другим правилам. Убейте эту тварь. Я покажу тебе, из чего сделан. Да, мы этому ёбку покажем, блядь. За левые звуки, блядь. Вот, в принципе, последняя глава. Корабль, по-моему, и все. И финал. Чё? Ага. Сволочь! Так, ну это непростая глава, я помню. Мия, я на пирсе. Ты где? Меня атакуют со всех сторон. Ого. Минус один. Это враг? Подожди. А, твоя, походу, да? Откуда? Огонь кончили! Понятно. Отрываю огонь! Отвлекаю! Да, блядь! Что творите, нахуй?
хрен определишь. Где свояки, где враги, нахер. Блин, ну музыка полная хуйня. Вот честно. Не уйдешь! Готов к смерти! Ты охуел? Круто! Открываю огонь! Блять! Чувак, я текстурами захожу, блять, за тебя. Патроны кончились! Прикинь, у меня тоже, блядь, патроны кончаются. Так. Стреляй в них! Кого, блядь? Да твою же мать нахуй. Куда вы все, блядь, рыпаете нахуй? Открываю огонь! Блять, если бы я всегда еще... Сука! Открыть огонь! По ком? Патроны! Лучи! Идёт! Мать! Блядь! Прикройся огнём! Я не всегда вижу, откуда они идут. Логика, да? Я тебе мозги выжру и нож! Ух, плотненько. Ложись! Готов к смерти! Кто там, блядь? Прыгай меня! Открыть огонь! Блядь! Блять, а кто там стреляет? Блять! Прикрой меня! Где этот уёбок? Блять, в смысле? Какого? Блять, это нормально, что мы... Открываю огонь! Мы под огнем! А где этот уёбок? Блять! Всё?
А дальше что? Сволочь! Не понял. Типа это не конец? Ладно. Окей. Нужны патроны! Огонь! Блять, да кто гранату кинул нахуй? Я, блядь, тоже так могу. Кидать, закидывать, блядь. Да сами вы там твари, бля. Блядь. Заебали. Я, блядь, уже стану этим, блядь. Параноиком. Тара-та. Что, правда? Нихуя себе поворот, блять. Повороте. Ребят, да вы прям гении. Чистой воды. Чё? А куда валить-то? Наконец-то! Пошли! Сейчас, ребят. Блин. Вот это точно уже финал. Вот корабль и все. Сбейте вертолет! Эх, где моя торпеда? Думаю, у тебя выйдет лучше. Ну все. Пришло твое время. Мужик. Свинья! Сдохни, сволочь! Кто еще, блядь, сволочь? А вы кто? Чё, блин? А-а-а. Всё!
уйдешь! А кто говорил, что я уходить собираюсь? Я уходить и не собирался, в принципе. Так. Да блять! Блять, ты чё нахуй? Убью! Дерзкий такой, блядь. Нихуя себе вы дерзкие, блядь, ребята. Жри пулю, легавый, я тебя прикончу! Серьёзно, блядь? Кто там с дробовика, блядь, поливает, нахуй? Да в смысле, блядь? Нахуй пошел. Дерзкий вообще. Сука! Я вас заметил, блядь. Уёбки. Где вы там прячетесь? Ты труп! Я тебя на куски разберу! Что, блядь? Труп. Блядь. О, тачка, кстати, прикольная вот эта. Если кто эту модель знает. Да блядь! Да сдохни, сука! Заебал! Ой, блядь! Сука, зря ты, мразь, это сделал! Сволочь! Да блядь, это ты сволочь! Я тебя пристрелю, свинья! Серьезно, блядь? Кто еще, блядь, кого пристрелят? И реально никакой аптечки не было, вы серьезно? А, не, подожди. Вот тут я аптечку не подбирал. Блин, музыка тут реально беспонтовая. Музыка. Так. Да, укороченный, кстати. Коллаж будет получше. Блять, откуда? Ёбок. Кто там, блядь, хуйней страдает?
Тут закрыто нахер. В ту сторону надо по-любому, да? Кого ты, блядь, там убьешь? Пошел нахер. Сука! Я так и знал, что этот уёбок наверху. Блять. Откуда? Блять, вы иногда вас хуй увидишь. Вот серьезно. Легавый. Кто тварь? Я тварь? Я у меня только не был в ваших глазах. Звал. Блять. Сука. Капец, тварь, сука, кем я только не являюсь. Дальше. Куда? Сюда. Давай. Да бля, вы заколебали оскорблять меня. Готов? Да блять. Не уйдешь. Ну, может быть, и не уйду, да. Понятно, с той стороны, да? Да. Веселуха. Получи, гадёныш! Ну, а дальше? А дальше что-нибудь поинтереснее будет? Нет? Да блять, серьезно? Вот как теперь это работает, да? Я тебе мозги вышибу! Ну? Где этот урод? Ты...
Блять. Убью! Сейчас мокрое место! Понятно. Да блять. Куда ты, блять, там умчался? Крыса. Они реально прячутся, что ли? Офигеть. Я тебя... Куда ты, блядь? Я думал, ты убежал. Ладно. Окей. Сука! Сдохни, сволочь! В смысле, блядь? Сука! Они еще что, сверху лезут, блядь? Ты мой! Сволочь! Ну ладно. Я мокрое место будет! Блять! Тварь! Свинья! Ловите, блять! Сюрприз! От тебя так и не задело, блядь. Нихуя ты живучий, блядь. Охуеть. Сдохни! Блядь. Охуеть, они живучие, блядь. Да нахуй пошел, блядь, олень. Сука, пошел нахуй. Ёбаный пидор. Блядь, аптечку ешь, аптечку ешь. Ёбаный олень. Где он, блядь? Ах ты, сука! Получи, гадёр! А хуй тебе! Хуй тебе! Чё, блядь, давай нахуй! Ну и чё ты, блядь, иди сюда нахуй! Чё ты обходишь как крыса, блядь? Пошёл нахуй! Мать, блядь. Абсос ебаный, блядь. Иди сюда, крыса. Да пош... Ты мой, ура! Блядь, походу он меня уебёт сейчас. Уёбок. Сука. Блять. Где аптечки, блять?
Черт, патроны! Да пошел ты нахуй! Блять! Ты уже труп! Блять, пошел нахуй! Уебок! Где ты, блять? Получи! Нахуй пошел, блять, уебок! Блять. Вот так везет. Да пошел ты нахуй. Везет, блять, ему. Ой, блять, олень, блять. Сколько ты... Уебок. Так какого... Ничего за хуйня, блять. Я тебя на тряпки порву. Да, блядь, нахуй пошел. Уёбок. Ну давай, блядь, слабо нахуй, а, блядь. Да пошел ты нахуй, только стрелять и можешь, пидор. Уёбок. Сдохни! Чё ты там пиздишь, блядь? Крыса. Что, блядь, слабо нахуй сюда идти, блядь, да? Блядь, уёбок. Иди, это крыса, блядь. Блядь. Почему? Я рисковал жизнью на службе правосудия. А его вершат люди куда хуже, чем наркобароны. Я всего лишь пешка. Всего 2 года до пенсии. Вся грудь в медалях. И ни гроша в банке. Сказал бы, что у тебя личностный кризис. Есть замечательное лекарство. Да, вот такая игра. Короткая, но прикольная. Так, а оно само пройдет? Это надпись. Ну да. С жадной гидрой. Пока обычные люди не перестанут ее кормить. Ну да. Мия Родригес получила звание капитана и теперь возглавляет отдел с наркотиками. В Колумбии. Ну да. Корбета отозвали в США, сейчас он работает наблюдателем. Тоже в одной из азиатских стран. Понятно. Вот. Так что мы, в принципе... Прошли игру, ребятушки. Так что, надеюсь, она вам понравилась. Да, мы бомбили. У нас бомбежка была, но... Зато игра была интересная, запоминающаяся, в принципе. Так что спасибо, что
оставались с нами, смотрели. А мы за сегодняшний стрим смогли ее пройти. Всем до новых встреч. Мы будем проходить еще интересные игрушки помимо El Matador. Вот. А всем, кто смотрел, всем спасибо. Приглашайте друзей. Не забывайте про лайки и про колокольчик, дружочек. А всем до новых встреч. С вами был Казуко Фэмили. Спасибо за внимание. А всем пока-пока.